Пацаны, 13% девчонок. Это канал Михеев и Павлов, где мы втроем продолжаем разбираться в автомобилестроении. И что-то занесло меня, Артем. Что-то занесло. Я же мечтал о Мерседесе. Мерседес был очень доступной мечтой. Я знал, что рано или поздно это свершится. Пускай в 30-ку, да, это произошло. Что в целом по меркам, наверное, очень странно. Типа там в 19 это, возможно, нормальная была бы история. Но с каждым днем я все больше и больше смотрел на QX80, на QX56. Уродская же машина, да? Вообще никому не нравится из того, с кем я общаюсь. Но мне почему-то вкатило. Смотрел, присмотрелся, понял, что какая-то хуйня. Думаю, надо что-то другое себе придумать, какую-то новую мечту искать. Еду и смотрю на Ренжа, белый ехал. Думаю, ну белый что-то такое. Потом еду, смотрю, серый едем, серый что-то такое. А потом еду ночью, смотрю на черный и понимаю, что как бы вот она, любовь-то случилась. Захожу, значит, открываю, смотрю цены, думаю, да вы что, ебанулись, что ли, ребят? Серьезно, куда? Там цены начинаются, это нихуя себе, да ебать того рот, Артем, там. Просто разброс какой-то невозможный абсолютно. Начинаются они, Артем, ну, 3 с полкой. Да это на тряпке, на каком-нибудь 3-литровом моторе. Я посчитал, Артем, что если очень сильно хотеть, допустим, вот такой, то это надо зарабатывать по 45 тысяч в месяц, только их откладывать, ну, чем-то питаться, но 45 тысяч в месяц откладывать, и тогда займет всего 15 лет у тебя эта хуйня. Мы же вчера угорали, что, допустим, если я прям все продам, если мы все продадим, что у нас есть, нам еще 4 миллиона не хватает на него. Поэтому это мечта, она недосягаемая абсолютно, и я даже не знаю, что надо делать, чтобы на такой машине ездить. Вчера мы весь вечер провели с ним, потому что днем это красивая машина, по нашему мнению, а ночью это просто какой-то кошмар, она невероятно смотрится, она плывет, она прямо выделяется, видно, что дорого, богато, хорошо, красиво, знаешь. Я вчера не ездил, в салон не заглядывал, потому что сегодня будут, как обычно, самые первозданные эмоции от нас. Точно такая же сейчас стоит в Новосибирске, 70 тысяч пробега, автобиография, цвет, кожа, все то же самое, 7 миллионов. Если смотреть на других моторах и не автобиография, то даже не от 3,5, братан, от 4,5. Ты, наверное, цены-то позавчера смотрел. Не, я-то свои смотрю цены, которые типа весь целый, вот этот вот один хозяин, вот пол машины нет, вот так. Кабриолет. Да. За 5 с полкой в целом не автобиографию в хорошем состоянии можно посмотреть, но объявлений очень мало. Андрей, ты хату 4-ку за сколько взял? 5-100. У нас огромные проблемы, пацаны. Есть ощущение, что я не буду жить нигде еще 5 лет примерно. Потому что, когда, ну хочется очень сильно. Они есть 5-литрушки, есть 4,4 дизельки, есть 3-литровые. Но тут все очень круто, тут порожки выезжают, значит, дисплей вообще классный какой-то. Это я все смотрел в объявлениях, Артем. Да, по двигателям есть V6, V8 бензиновые и дизельные, бензиновые 3-литровые, 5-литровые, дизельные 4,4 и 3-литровые. Здесь у нас 2 турбины, да? Да. А еще вроде бывает дизель с батареей. Ну, дизель. Вообще они какие-то гибридные, по-моему, там бывают, еще что-то. Нет, знаешь, проблема, с батареей бывает. Пацаны, девчонки, проблема в том, что у нас нет людей таких знакомых, у кого есть Range Rover. А вот у Данила есть такие знакомые люди, понимаешь? Даня, проходи в кадр. Сразу надо обозначить, что автомобиль не Данила. Ну, а то, как это ни странно. Полиция займется всеми нами вместе с Данилом. Это нашего хорошего знакомого тачка. Дань, что про нее знаешь? Ты рассказывал про этого владельца, он фанател от Lexus'ов. Человек, который там дрюкал вот с таких вот, там, Lexus, Cruiser, Lexus, ну, 570-й. Говорит, лучше ничего нету, прямо об дерево разобьюсь. Вот, и по итогу я его наконец-то переубедил. 1,5 года мне это заняло. Это он такой, прикинь. Зернышки, да, я так потихоньку ему туда-туда, он потом, когда продал своего Lexus 570-го, вот, говорит, надо что-то брать, надо нового брать, я говорю, да на, фиг он тебе нужен, возьми Ренжа себе, не пожалеешь, и все, он и Ренж, и Lexus, и Ренж, и Lexus в итоге поехал и купил себе Ренжа, и сейчас, говорит, мне вообще на все, ну, я смотрюсь, можно, да, сейчас, конечно, это же эмоции, это же эмоции, мне говорит, похую, я ему готов все прощать, это вообще машина прям, вот такая вот, Lexus там даже, говорит, рядом нахуй не стоит. Смотри, в чем проблема, Артем. Вчера сторис скинул.
И совсем еще маленькие юные тигриные львята, знаешь, что пишут? Они говорят, что ну не стоит, она тебя убьет, уходи. А мы же любим такое, наоборот, нам же такое нравится. Мы же даже песню пели, что помнишь, та старая добрая про Рейнджровер. Да. Но мы не ищем легких путей, понимаешь? Да. За Артем, у него же коронная фраза, что за удовольствие надо платить, потому что ему никто так просто не дает. А на Рейнже, как на Рейнже, по статусу все ниже уже. А старый Рейндж еще и спорт. Чтобы чинить, пойду в эскорт. Расход бензина какой-то пиздец. То пневма упала, то реки конец. Летят лады Весты и Камри летят, а Рейнджи стоят, все стоят. Отдал 40 тысяч, хлебаю бульон. Еще 30 тысяч сейчас заведем. Еще 20 тысяч, победа близка. Еще 8 тысяч, и вот, и вот, и вот, и нищая. Так, все, у меня концерт. Пацаны, 13% девчонок, огромное вам спасибо за поддержку нашего второго канала подпиской. А также за то, что вы начали присылать нам огромное количество подарков. И там чего только нет. Ножи, доски, шампуры. И нам скоро понадобится отдельная комната, как у Вилсакома, для того, чтобы их складировать. Все ваши подарки и сувениры, которые вы нам присылаете, приходят нам с Деком. Кстати, СДЭК — это та самая курьерская доставка, которой мы пользуемся уже много лет. Да, и сейчас СДЭК предлагает услугу, которая называется «Посылочка». Очень крутая опция к грядущему 8 марта. Коробка имеет 4 размера – XS, S, M и L. И самое классное, что сколько в нее помещается, столько и можно отправить. Цена от веса не изменится. Поэтому порадовать любимую маму, жену или сестру в честь 8 марта очень просто. В цену коробки уже включена доставка в нужный вам город. Процедура оформления простая и быстрая, а цена услуги фиксированная. Ее всегда можно посмотреть на сайте и приложении СДЭК для вашего телефона. А еще появилась новая возможность отправлять посылочку внутри города по суперудобной цене. Стоимость услуги всего 200 рублей, а доставка в течение 1-2 дней. Поставьте отметку внутри города, и вы увидите все тарифы. Скачивайте приложение СДЭК для iPhone или Android по ссылке в описании. И радуйте любимых приятными посылочками. Тебе нравится? Ты что, я же вот с таких тоже, я только по рейнджам, я только рейнджи. Тебе нравится? Лучше нету. Ты знаешь, я думаю, что мое мнение вообще никому не интересно, поэтому коротко. Снаружи у меня нет никаких чувств к ней, по экстерьеру, но интерьер, я вчера ехал, я реально тебе хочу сказать, мы вчера с Данилом катались, когда вы нас снимали с Андреем, я не получал таких эмоций от автомобиля никогда в жизни. Я серьезно. Этого очень боюсь. При том, что я ездил уже... Ну да. Как очень минимум много. На 223 машинах мы ездили. Да. Андрюха, а тебе? Что? Ну, это же мечта. Это же мечта. Мечта. Вот. Выселяй семью нахуй. Это же, прикинь, какой тупой. Меняю четырехкомнатную, блядь, на Вильского, на Range Rover. Это же вообще какой-то кошмар. Желательно лонг, нахуй. А самая проблема, знаешь, в чем? Что они сейчас у меня вообще во всех, где машины продаются, любое место, у меня там везде они. Белые, серые, коричневые, красные, желтые, зеленые, там 3 хозяина, 2 хозяина, 1 хозяин. И когда заходишь, там же теперь популярная тема, что пишут тебе средняя цена, высокая цена, и там всегда высокая цена. Заходишь, там всегда высокая цена. Ну да, высокая цена. Понимаю. Поэтому надо тащить надгрыз Абхаз. Да, надгрыз откус нахуй. Давайте по истории пройдемся, потому что есть интересные моментики. В 1948 году была создана компания Land Rover. Так. 8 владельцев у нее за это время поменялось. С 94 по 2000 ей владела даже BMW. И третье поколение вот этих замечательных Range Rover создала, собственно, BMW. Там полностью вся электрика, все блоки двигателя были BMW-шные, ну, до 2006 года. Пятого. Та самая мама... Кузов «Мама», про которую нам устроил викторину господин академик в интервью. «Мама» он называется, потому что у него в ВИН-коде MAM буквы. А это у нас четвертое поколение, оно производится Папа, нахуй. Папа.
Это производится с 2012-го, производилось по 2021 год. Пятое поколение презентовали 26 октября прошлого года. Ну, еще из интересных фактов. Первое поколение этой тачки производилось, я такого вот сколько читал про автомобили, не встречал, с 1970-го по 96 год. Начали с коротышей трехдверных, потом появились четырехдверки. Ты как-то, как это ты не слышал такого, Артем? Даже копейка 18. Слово «Жигули» тебе о чем-то говорит. Ну, слушайте. Поехали, может? Я вчера его заставлял весь вечер сядь за руль, сядь прокатись. Не-не-не, отнекился, до последнего отнекился. Так и не сел. А я боюсь, я просто пиздец боюсь. Я тебе скажу, братан, я тебе говорю, ты грустно сядешь в «Мерседес» сегодня. Да. Я когда... Тем более, как я в него сяду, блядь, если он горит, стоит чек тебе во все лицо, блядь. Сука. Ну, дверь откроешь, посидишь маленько. Ну, погреешься. Подогрев включишь, пойдешь. Я перепугался, домой. Ты что, еду? Ну, у нас тут морозы, типа, неделю, там, 30. И все, я что-то думаю, ну вот, смотрю, днем 22. О, да, самое время. Он чё, бру, затарахтел, батарейка новая, хули. Ну. Спасибо тоже, кстати. Помчался, значит, в горку еду, все классно, такой радостно, думаю, бля, машина кайф вообще, блядь. Он блядь, прям нахуй на трассе, где вот так ездят люди. Остановился, заглушил, запустил, и дальше попер, да, 200 метров, опять, хуяк, и опять попер. А потом как часы. А в чем проблема-то? Стоит. А в чем дело-то вообще? Давай расскажем. Я не знаю, что я не смотрел. А что, чек просто горит? Просто чек пока горит и все. Так он летает на нем в мороз, блядь, в 35 градусов, там все датчики отказывают к хуям. Забишь, у тебя еще масло не перемерзло. Ну, и да. В голове тоже нахуй. Да не, я просто один раз завел за этот за холод. И вот такая за холод? Ну. Завел. Ой, блядь. Доводчики есть, все есть. Ну чё, как тебе первое очучение? Рассыпайте кокаин, вы чё сидите? Что происходит? Братан, здесь задние сиденья регулируются точно так же, как передние. Полностью. У вас мониторы там? Да это ничего нет. Есть только эта машина, все. Ёбнешься. Слушай, так я только что понял, что мы настолько пиздато, что даже ты тронул что-то, Андрюха, а он же любит, знаешь, вот так, блядь, страдать. Так я только один раз же мы были близко к этой машине, и это была машина дяди Кости. Да. Я даже не подходил же никогда, рядом не стоял, потому что, ну что смеяться, Артем. Ну это красиво. А это у нас год-то какой по итогу? Я не знаю. Да 16-й вроде. 16-й. Вообще не важно. Вообще не важно. Низкий уровень топлива. А знаете, что еще низкий уровень дохода? Еще очень много чего. У вас там нихуя какая панель. Там все можно делать, да? Это массаж. Да, массаж начался. Это массаж, и у тебя тоже массаж есть. Есть массаж всех четырех сидений. Ну, нормально, пацаны. Причем хороший такой массаж. Это что же, в массажке? Да, знаешь, почему поцелов капитанское кресло? Потому что там удобно делать голландский штурвал. Тяни на себя, Артем, Денис Бетаев. Хорошая. Мне вообще здесь ни хрена не знакомо, пацаны. Как это так? Денис, мы с Артемом со вчерашнего дня не можем понять, как тут сзади шторки убираются вот эти вот. Да, мы не можем найти кнопку, как где, убрать шторки. Где кнопка вот этого, чтобы убрать шторки? Вот здесь? Шторки. Вот я здесь. Подогрев в переднем сиденье вчера искал, блядь, минут 15. Я тебе говорю, просто еду, блядь, куда тут пикнуть-то? А, у нас раздельный климат, подогрев и вентиляция передних сидений. Да, да, в том суть. Я сам тут, блядь, первый раз. У нас здесь прикуриватель раз, это пульт. Здесь прикуриватель два.
Здесь у нас все полностью подключашка к DVD. И пульт. О, это я свой включил. Это вообще какой-то... А это что, твой включил? Ой, твой включил. Что это? Это выключил. Нормально. А, ездить-то можно будет? Или мы просто посидим? Просто тусанемся тут? Да. Фирменные у них подлокотники. О, как ты это сделал? Кнопку стекла вниз делаешь. А, сначала типа шторка. О, вон оно что. Нихуя себе. Тупые. Тупые. Не, так-то тоже. Так, из приколов сегодня будет заезд на заправку. На 500 рублей заправимся. Это 4.4 дизель у нас, да? Да. С двумя турбинами. А пристегиваться не надо, понял вас. Ладно, извиняюсь. Так, что мы тут имеем? Руль у нас настраивается. Тут что-то какие-то у нас тут кнопки. Блин, какой руль. Что интересный. А как мы ездим? Ну вот, неплохо. Неплохо ездим, да? Да. Как это ни странно, самая затертая кнопка – кнопка парковки. Потому что все мы знаем, где они стоят. Да, Данил? Да. Блять, а он же какой гигантский-то? Ну, вообще не ебический, прямо так скажу. Материться, мне, кстати, пацаны сегодня запретили материться. Я говорю, блядь, ребята, а как это свои эмоции-то выражать? Чувства, эмоции такие. Вчера с Данилом едем по дороге с мойки на съемку на ночную. Перед нами тошнит какой-то цифира или что? Нет, Саня. Саня, по левой полосе, ну прям очень бесячий. Из-за этого мы встаем в очередной светофор, а хочется уже снимать. Данил подъезжает справа, открывает окошко, просит опустить окошко водителя, говорит: здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Скажите, пожалуйста, а какого хуя вы ездите 40 км в час по левой полосе? А, понятно, до свидания. До свидания. Блять. Я просто не смог другого слова никакого подобрать. Я хотел прям это, ну прям... Так, вежливо. Вежливо. Вообще тупой стал, ебаный рот. Все, отморозился в этой Сибири. Вежливо, культурно, ну не получилось никак, прямо чтоб вот. А он сидит в таких очках, на меня так смотрит. И кивает, сказать ничего не может. Кто сказал, что ну я хотел пододвинуться, ну и потом пододвинулся. Как-то так. Нельзя так ездить. Это что, прикол какой-то? Я думаю, что это та тачка, ради которой блогеры продаются всякой поеботине. Нечисти. Ну, что-то не видел я себе Ренберда за рулем такой машины, блин. Как он приподнимается уматно... Да-да, когда ему газку даешь, у него прям это... Он так, у него дизайн сделанный, что у него такое, ну, рожа выше, а жопа такая присевшая. А когда газ даешь, он прям в дыбах как будто едет. Ну, сейчас начнут, опять говорить, да, вам, что вот вы, блядь, что... это же вообще говно ломучее, это, блядь, вот у меня крузер вот сотый, вот, блядь, 2002 года, у меня вот дядька на нем ездил, нахуй, потом батя ездил, потом я сейчас езжу на нем, и нахуй нихуя не ломается у нас, вот, только сгнил он нахуй, и ничего там нету в нем вообще, и просто он ездит, и в нем мерзнешь, блядь. Ну да, есть такое в них, ну, нет комфорта в них, понимаете, а люди, кто такие машины покупает, они вообще похеру. Не, в LX'е есть свой шарм, безусловно, но эта машина лично мне нравится сильно больше. Пикай. Мы же недавно смотрели LX. Пика ему! Сука. Не, ну если он так делает, значит там кто-то очень сильный волей, блядь, сидит. Ну видишь, или он на тренинг поехал просто, поэтому не будем. На шахматы, что ли? Ну, судя по всему, на ПДДшные эти шли, блядь, какие-то. Добраться это да. Я, конечно, представлял себе много раз все это, но... Это же шокирующая вся история. Она шокирующая, знаете, чем? Тем, что такой машины не будет, блядь. Если даже тот же... Да хули там. Такой машины не будет, пока у нас у всех полный комплект почек, пацаны. Вот я вам так скажу. Это прям факт. Можно по-братски скинуться.
двумя почками на одну машину. У меня тогда вообще дорогая, знаешь почему? Потому что у меня она с камнями, блядь. Шучу. Стоп. Так он, блядь, буксовал сейчас 5 секунд. Ну да, да, да. Но это самый лучший разгон в моей жизни сейчас только что был. Ну это же восхищение, блядь. Да. Причем эти двигателя 4.4 дизеля, они очень сильно ценятся. Они на рынке машины с этими двигателями более, ну, стоят, ну, не более, даже намного, намного дороже. Вот, да. Потому что они... миллионники неубиваемые. Если туда ручки свои не сувать, там, прошивать, то, прошивку делать, чтобы там эти лошадей там не 400, там, ну, грубо говоря, а там 650, то они ездят, 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 и ничего им вообще не случается. Ёб твою мать. И он так бесконечно может делать? Да, 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 братан. Он так бесконечно может делать. Какой кошмар. Причем на нем едешь, вот мы вчера с Артемом ехали, 160, а он просто вот плывет, и вообще на нем даже скорость не ощущается. Как будто 80-90 едешь. Артем в первый раз со мной спокойный такой был. Просто лежит, раскис там по сидушке. Вчера смешно же было. Едем за вами. Вы перед нами, получается, едете. По правой стороне сначала какая-то Audi свеженькая, обгоняет очень быстро. Потом точно такой же Rush проезжает, вот так тоже мимо вас. И Андрюха такой: Данил, не надо. Не надо, Данил, не провоцируйся. Не надо. А нет, все, блядь, он в игре. И Даня за ними туда полетел. Так это какой-то космос вообще. Почему так хорошо-то? Да, это прекрасно. Знаешь, столько деталей. Хочется так посмотреть на все, все потрогать. Но мне пока очень нравится ехать. А какую солярку? 98-ю надо лить? Почему? 95-ю? 95-ю? Active Drive Synthetic. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, да, мониторчик какой-то такой, что-то грустненький совсем. Вот этот мониторчик грустненький, но если то, что смотреть, то, что у тебя перед глазами, оно очень красивое. Я вчера вот сколько Дани ехал, столько я любовался. Но я мне так очень прикольно сделал. Я не понимаю вообще, вот, почему все акцент делают вот на этот средний монитор. Вот по мне так вот, допустим, он мне вообще, ну, это по монитору, он, ну, нахер не нужен. У тебя вот табло твое, то есть этот монитор, то есть там климат включается, там, ну, вся мультимедиа, но я не понимаю, зачем вот ставить вот такие вот мониторы, вот такие вот, для чего? Ты за рулем едешь, ты вот руль у тебя, вот кнопочки, вот это табло перед тобой, что тебе должно, что тебя должно волновать. А то, что этот мониторчик, то есть, ну, ты не будешь там ни фильм смотреть, ничего, а надо фильм посмотреть, вот, а? Ну, какие да. Плазмы висят. Вот и вот. Первый раз в жизни не понимаю вообще, откуда жидкость брызгает даже. Жидкость с дворников вроде. Да нет, он из другого места. Из-под сидушки у тебя. Что-то прямо это. Вы так далеко сидите, ё-моё. И так комфортно еще. Я очень хочу еще покататься сзади. Но это что-то на крутом. Это стоит попробовать. Вот так же и Руслан сказал. После владения Лексусом, сколько он, 3-4 года, по-моему, на нем ездил. Когда он сел, вот те же самые эмоции у него были, как у тебя. И по сей день он говорит, нет, нет, вообще. Он раньше так топил за Лексуса, вы не представляете. Мы с ним грызлись просто. Он мне чуть это, ну, не пиздил меня, чуть я его не пиздил. Ну, прямо там конкретно зарубались. Ну, а в итоге вот. Я говорю, ну, что ты, сучка, говорю, извиняться-то будешь, а? Все, блядь. Ну, потом обмыли, как обмыли мы его. Все, и прям он доволен, по сей день ездит и улыбается. Кстати, очки тоже его. Я еще смотрю, ты что-то дорого выглядишь. Да, да. Ну, думаю, я взял у него машину, надо и это, и очки у него взять, поболтовать, что, блядь. Бля, по ощущениям сильно здоровая тачка, конечно, вообще. Ну, здоровая, зато она как рулится и как едет. То есть ты. Тут все вот эти активные системы, вот она там сама в поворот тебя подкачает, сама все сделает. Об этом говорить мы даже и не собираемся, правильно же я понимаю? Ведь все современные системы современного общества у нас тут присутствуют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это жутко. Это жутко, пацаны. Как тихо. Вот этот момент. Вот этот. Это же вообще какой-то... Что это? Тебя брызнуло, что ли? А мы, да. В этот момент? Смотришь, на таком сундуке мчимся, блядь. Я понял, знаете, что?
если хотите избежать вопроса, как у тебя дела, надо покупать Range Rover себе, видимо, да? Mm-hmm. Чтобы типа... А сравнить не с чем? Ну, с LX, но... Вы же катались, вот, вы делали обзор, где вы, в Питере были? Их в плане дороговизны качества материалов, он лучше. Вот на ваш взгляд, вот что, Дэн, ты же катался на Lexus такого же года, вот он был. Вот что, вот, как твои ощущения? Ощущение, что я лох, блядь. Ну да, но это без ощущений. Я, давай будем очень компетентными и скажем, что это не сравнивается ни с чем. Да, да. Это другое. То есть продались, да, опять? Угу. Блин, я бы продался Range Rover. Вообще легко. Вот типа, да? Ну ладно, хорошо. Да. Давайте. Вообще типа давайте. Я думаю, что мы даже не входим в топ-100 их людей в блогерской сфере. В топ-100 тысяч ты имеешь в виду? А это типа мы в авторежиме пневмы едем, да, во всех этих делах. А тут нет никакой этой. Он сам делает. Едешь там больше 100-120, по-моему, он сам в спорт включает, присаживается. Забуксовал, когда он сам поднимается. У него даже, по-моему, есть подъем, когда ты вот повис, все, вот уже это, нету кнопочки. Ну, еще поднять выше его. И когда он понимает, что он висит на пузе. У него, по-моему, ну могу опять же ошибаться, но у него, по-моему, то ли 3, то ли 5 сантиметров еще запаса есть. То есть он, ну все, из последних сил поднимает его, и потом тебе пишет. Если ты сейчас не выйдешь, пизда, иди за трактором. Вот. Даже премиальный звук поворотника, понимаешь? Да. Но все равно, допустим, да, если с тем же, допустим, LX сравнивать, LX помягче едет, мне кажется, нет? Ну, у LX своя вот эта фишка, своя плавность и вальяжность, да. И там нет динамики такой. Здесь эта тачка, если на LX хочется только тошнить, да, как мы говорили, яички в комфорте, то здесь ты можешь еще и похасанить смело на ней. Вообще смело. Хотя вчера мы, короче, оттормаживались буквально со 120, наверное, и нам АБС-ка помогала, потому что ощущается, что автомобиль тяжелый, очень тяжелый. Ну, он тяжелый. Так он и длинный. Так. Как убрать ощущение, что я что-то выиграл? Никак. Оно само уйдет, братан, через часа два. Да? Да. Когда ты обратно сядешь на автобус, нахуй. Да тут не до шуток. Все, пизда. Да, Данил, это все. Если Денис захотел, он сейчас будет стремительно. О, Денис, твоя хуйня слева едет. Ну да. Ну да. Не, мы ее тоже поснимаем скоро, это правда, патрол. Да, та же самая. Не, ну на самом деле, смех смехом, но он тоже неплохой. Вот Infiniti QX 180 он идет. Не мозоль. У нее свои фишули, и когда вот подбор был, там обращались ко мне, я покупал, то есть я сам охерел, то есть и что там фишка есть. То есть не сидушка даже там подъезжает, да? Педальки там подъезжают вперед-назад. Я вот это ни разу не видел, я охерел. Говорю, что? Ну, мне хотят, говорят, педали ездят. Я говорю, в смысле педали ездят? Ну, смотри, кнопочку чик. У него прям, ну, весь узел педальный подъехал, чик отъехал. Так, на эскалаторах есть. Пишите комменты. У нас есть тут вариант, если интересно, будем снимать в ближайшее время. Так, что тут? Что ты нахуй, говорит? А? Что-то хотел? Да что-то? Нет, там на трассу он едет. Заебал нахуй. Это... Видишь, грузоперевозки. Это что, Kia тащит газель? Да, и написано грузоперевозки нахуй. Это когда совсем нет денег, и газель без двигателя у тебя. А нам какая-то заправка особая нужна будет? Конечно, братан. А где ее взять? Где золотая соляр льется. Это знаешь, это сделано для того, чтобы вот ты что-то захотел перетереть, и вот даже не шевельнулся. Типа тебе настолько похуй, да? Блядь, как стеклоподъемник работает элитно. Еще из плюсов. Хотел сказать, если кто-то хочет покупать. Вряд ли такие люди нас смотрят.
Здесь совершенно очевидно лучшая музыка в тачке, которую я слушал. Мы вчера с Данилом ездили, слушали всякое разное, пока снимали. Ну, невероятно крутая система, невероятно. Рок особо, рок вообще по-особому звучит. Как в концертном зале сидишь, и конкретный рок у тебя отовсюду. У меня еще, знаете, какая история? Вот после X7, когда смотришь в заднее зеркало, и вот насколько твоим кентам там круто, это тоже влияет очень сильно на восприятие автомобиля. Вот я смотрю, они там такие радостные сидят вообще. Данил улыбается, Артем вообще камеру хуй на нее забил. Да, просто Артём, едет, что-то его там вообще что-то массажирует, да, думаю, домой приеду, викинг-лигу буду ебашить. Ну, это бычий кайф какой-то вообще. Не, братан, ты сейчас бычий кайф ощутишь, когда на трассе. Ты, то есть, на трассе. Вот тебе машина нужна не только по городу, ты должен ездить, ну, куда-то по трассе, отдохнуть с семьей, там, не знаю, с друзьями по делам в какой-то другой город. И вот на этом автомобиле это просто ощущается, ну, это невероятно. Заваливаться вообще не собирается. Да, он прям вот так делает и все. Самое страшное, что он мне внешне очень нравится. Ну, Артем сказал, что внешне никаких чувств не вызывает. А что? Ну, это мои личные проблемы. Ничего лишнего, Артем. Весь закругленный, красивый, вообще, то есть дизайн. Не, вот как у академика уже, да. Это уже получается какой-то рестайлинг, видимо. А у него какого года? Да, наверное, какого-то 18-го, 19-го. Ну, там он такой же. Такого года, он когда такой, ты, блядь, просто ищешь, не надо тебе вот так листать пальцем, понимаешь? От какого? А, вот какого? Да. Ой, блядь, про поворотники забыл, что по кольцу езжу, блядь. Радостно, да. А сколько сил-то хоть? А, я не знаю. Ну, много. Вот такая познавательная передача. Да кому это вообще? Много лошадиных сил. Да, да, да. Сколько лошадиных сил? Много. И все, причем каждая лошадь это едет. Много лошадиных сил. Хватает крутящего момента. Хороший полный привод, да. И комфорта много. О, присоединяемся, ребята. Мы так же сейчас будем делать на трассе нам. О, так же их четверо. Здорово, пацаны. О. А, кстати, это, ребята. Кстати, вот, что хотел заметить, это Денис припизживает. Его все-таки Артем перестал наебывать. Да, Денис? Сегодня за... То, что мне кредит на айфон удобрили, это еще ничего не такой, значит. Сегодня завалился такой, алло. Я смотрю, у него там три камеры. Говорю, Денис, кстати, что такое? Он говорит, это новый iPhone 13 Pro Max Magnum S на 55 терабайт памяти. Защитным экраном. Вот кто припизживает, так это ты, блядь. Да что ты, ну, на, говорит, посмотри, какой он у меня. Смотрю, он в натуре новый, с пленочкой еще даже. Вот, я начал вот, товарища Константина, академика, уважать после того, как он купил или дали ему, не знаю, этот первый рендж. Ему он очень зашел, и после этого он начал, то есть, их рекламить, на них ездить. Потом себе купил вот нового ренджа. И вот, Константин, ты просто, ну, вот такой пацан, ты знаешь, что в тачках, блядь, после этого к тебе вообще конкретно 200-процентная уважуха поперла. А ты где-то какие-то курсы по пиздализанию проходишь или... Или что вообще такое происходит? Твой курс прошел, братан. Это да. Знаете, как курс мне называется? Такой! Не, так это вообще абсолютно другой мир скоростей. Да. Только, пожалуйста, не поворачивайся на меня, так очень страшно. А то придется все-таки машину купить, а не хочется пока что покупать ее. Ты же хотел же мне машину хорошую. Артем. Мы вот купили квартиру еще пару лет назад. Ну вот, купили вот квартиру. Цены сейчас выросли. Денису iPhone купил. Андрею квартиру купил, а сейчас жене. И мне Лера недавно сказала, что у нас квартира, блядь, 77 квадратов стоит, как эта машина, блядь. Я говорю, может, махнемся по ключам на хату трехкомнатную? Да. Жестко, да? А что, у тебя тут места много есть. Можешь тут вот работать, сидеть. За этим телевизором. За этим телевизором фифу можешь играть. Я так расслабленно на скорости 130 себя в жизни не ощущал вообще. Ну. А мы, кстати говоря, все видео снимаем на специальном автобане. Да. На платном. Да. Где у нас разрешено ездить 170, 180, 200.
Да. Я, знаешь, я всякого ожидал. Но вот мы когда едем снимать тачку, да? Ты же хотя бы примерно понимаешь, что это там. Ну, Crown, блядь, Crown, Crew. Ты понимаешь, что это такое будет. Ну да, там, Crown, ну, ты понимаешь. Что-то там двухсотка, сотка. Ты понимаешь, что такое будет там. А вот тут ситуация такая, что ни на чем подобном мы не ездили, кроме двоих твоих рейнджей. Discovery и Спорта. И то динозавров, блядь. Да, и ты примерно даже не понимаешь, чего тебе ждать. Ну, я уже понимаю, что ждать. Я теперь тоже понимаю, что ждать. Надо блядь. Ждать рейнджа. Ага, нахуй. Сейчас хоть какого-нибудь. Алло, братан. Кстати, он уже, мы катались с ним, когда... Поехали посмотрим. Да, да, мы с ним катались, это было, наверное, дней, недельку назад это было. Блядь, братан, что-то я вот ищу, что-то вот ни одного битого рейнджа нету там. Хотя бы что-нибудь там без мордочки или без дверей, там что-нибудь без боковинки, там что-нибудь, блядь. Да, в натуре. Нету. А смотрел уже, блядь, я-то ему тоже семечки-то посеял. Лучше поливаю, потихоньку поливаю. Вы что думаете на обзоре рейндж-то? Это вот закрепить. Да, спасибо, Дениса. Кстати, что на нашем... Это вот тот небольшой шаг на нашем видеоканале познавательном, когда мы и сами должны понимать, о чем говорим. Да, для роста. Для того, чтобы потом просто можно было официально заявлять ближайшие 50 серий, что это не машина, а хуя какая-то. Угу. Вот Range Rover, Land Rover. Да, вот как вот я его люблю, мне кажется, наши дилеры, вообще не дилеры, не наши, а вообще компания Land Rover, блядь, мне должны хотя бы какой-нибудь бесплатно крокодильчик дать. Ну, хотя бы старенький какой-нибудь, я не знаю, блядь. Я уже на ваш автомобиль, нахуй, пятерых посадил. И они вам, блядь, это, частично возмещают это. Понимаете? А если вы мне подарите, точнее, какого-нибудь еще рейнджа, и будете сотрудничать со мной, я еще кого-нибудь посажу. Вот, смотри, Денис, Андрей, какая например, интересная ситуация Андрей. Получается. Мы вроде все вместе на канале тут работаем, блядь, а выгоду хотят все, кроме меня, получить, блядь. В смысле, ты себе айфон купил новый. И все, теперь что? Все. На месяца 2-3 забудь о выгоде. Следующий я. Я вот сейчас, знаете, себя на мысли какой поймал. Как в моем случае можно накопить на Range Rover, если я позавчера от желтой кофты вязочки проебал? Ой. Ну вот мы тошним просто 90. И если честно, желание нажимать на педаль, оно куда-то у меня испарилось, потому что, ну, просто что-то едем, катимся. А это правда, потому что на таких машинах ездят успешные люди, у которых все уже отстроено, построено, никуда спешить не надо. Даже можно с хорошим настроением поворотники включать, потому что тебе вообще на все похер. То есть у тебя в жизни все хорошо. Включил поворотник, на тебя пиздят, ты улыбнулся, на тебя пиздят, ты сказал извините. То есть, ну, вот так вот. А кто вот пиздит, вот который вот как я нахуй езжу на приоре. Сука, блядь, пододвинься нахуй отсюда уедь. То что, что? Потому что все хуево. Ой, ну ты сегодня звездочка, конечно, вообще. Ну. Конечно. А они вообще всегда так стоили или они выросли, типа, в цене, как это? Я думаю, что как и все выросли. Да не, они подросли, просто есть почему-то, видишь, ну, в простонародье, наш же народ такой с ебанцой слегка. То есть им заложили, блядь, с 90-х годов, что там, блядь, Toyota не ломается, все. Toyota стоит в цене, это деревянная бездушная машина, блядь. Ну правда, а за что платить? Вот, блядь, просто это приходит потом у людей, то есть... познанием, со созданием чего-то, что вот Toyota, это пиздец, на нее надо дрочить, нахуй, на нее надо молиться. А зачем молиться? Это бездушный автомобиль. Прикольно, ну да, он меньше ломается, я согласен. Дешевле в обслуживании. Да схуя ли он дешевле-то? Вот что всем, блядь, заебали дешевле? Вот ступится на Mercedes, допустим, вот взять одного года, допустим, вот премию, допустим, Toyota, да? Alion премию, это что, 2004-2005 год. Ты знаешь, какой бампер стоит на нее передний? Сколько? Да ты спотеешь, нахуй, тебе можно, блядь, полмаза твоей собрать, чем у нее бампер стоит. Слушайте, ну, короче, когда мы смотрели Lexus 6-летний тоже, ну, ровесник, LX, они тоже по 6,5 стоят, но я не понимаю, почему так, эта машина пизжи.
Так потому что, типа, вот, сложилось, что рэндж ломается, да, рэндж ненадежный. Это потому что денег нету, нахуй, купить вот у кого рэндж этот, нахуй, и обслужить нормально. Да, там что, ломается. Конечно, если вот взять его там из-под 10 хозяев, которые просто на нем наебывали и ничего не делали, потом покупает Денис себе его и говорит, ебаный в рот, меня где-то наебали. Почему я всегда лох, блядь, у тебя в историях? И не только в историях. Не в обиду, кстати, владельцам LX-ов, это другая машина, но просто здесь, ну, по факту, здесь все круче. Ну, по факту, я же прав? Да, и отделка круче. Там круто, но здесь круче, блядь. Ну, я не ожидал. Я думал, что здесь будет, типа, хуже, чем в LX. Ага. Не-не-не. Я вообще, я просто вообще, ну, типа, ты тоже первый раз же, да? Я настолько первый раз, насколько это возможно вообще. Что, все, Mercedes не нравится больше? А у меня выбор какой-то есть. Мы заложники ситуации, Артем. Потому что вторую страховку я делать ебал в рот. Двенашка денег просто фау. Эти вон на кольцах долбят свои ведра ебаные, блять, а мы потом башляй. Вот это, конечно, машина. Все абсолютно медленные. Подогрев лобаша, все тут, все греется, все ездит. Все катается, все комфортно, сидеть охуенно. Вот, да, вот самое главное, мне нравится в Range. Вот я на многих машинах ездил, у меня многие машины были, джипы, то есть такого же класса. А вот в Range, вот именно в Range посадка просто бомбическая. И куда-то на дальняк ехать, если даже, ну, на старом Range, на старичке, ты просто сидишь превосходно, комфортно, и ты вообще не устаешь, вообще. Мы с Сергеичем ехали в Томск. Вот, он за рулем был на том спорте, который мы снимали, черненький. И впереди ехал 570-й новый. Он его драконил 150 километров. Просто вот уставился вот так ему, все. Тот, этот на Lexus уже, только поворот, все, он сбавляет. Тот за ним вот так чик сбавляет, и все. И он просто 150 километров так вот прям в жопу ему уставился, и все, ехал. Там бедный тот на Lexus аж подпотел. Потом просто съебался, и все, уехали. Вот так вот. А история про что? История про то, что нахуй не надо покупать Lexus себе. Блять. Что ж ты сегодня такой смешной, Даня? Да, Даня сегодня хорош. Как быстро привыкаешь к тому, что эта ступенька выезжает? Вообще, так, опа, вот так, оп! Это стоит для пузачей машина. У нас мало информации об этой машине, потому что мы в ценовой категории еще до нее не доросли и не дорастем, скорее всего, никогда, потому что что, Артем, ты очень плохой напарник. Мне было важно узнать, насколько эта машина мне понравится, насколько она подарит мне эмоции, потому что у нас канал же про эмоции в первую очередь. И я много чего ожидал, но не мог даже дойти на 50% к тому, что будет. Спасибо тебе, что замутил тачку. Да, не за что. В очередной раз. Да, Инстаграм Данила на экране. Подбором ты же еще продолжаешь заниматься. Так это основной мой заработок. Там неправильно, там подвором. Подвором. Обращайтесь к Данилу. Даня регулярно привозит тачки со всей России, в Красноярске не только. Какая история? Смотрите, понравилось? Да. Безумно понравилось. Какие-то минусы, что-то о чем-то там перечислять, что-то смотреть, кого-то слушать. Во-во. Тачка, она же как-то там собирается индивидуально, я так понимаю, что да. Каждый там себя натыкал, которые покупают новую, а ты потом за кем-то донашиваешь. Да. Там они, видимо, каждая себя ведет по-разному. Но это новая машина мечты, Артем. Да. Это конкретно, ну, если Мерс был машиной мечты, блядь, еще более-менее осуществимая, как какой-то там, знаешь, то эта машина конкретно машина мечты, да. И, скорее всего, моих вот внуков, блядь, еще. Шестое поколение Михейчиков наконец-то купит себе Range Rover. Пацаны, 13% девчонок. Выбирайте себе тачку по душе, и неважно, кто там что про нее говорит. Да-да-да. Но если, конечно, любите... Это самое главное, неважно, кто говорит, что вообще нахуй. Нравится, бери. Это вот как, копи. Как Дима сделал, Ботич. Захотел себе Бэху пятерку. Я ему сказал, не надо тебе такую машину. X5, блядь. X5, 53. Хочу, говорит, X5, 53. Я говорю, не надо. А он вообще в машинах вообще, ну, нихуя не понимает. Вообще, нахуй. Я хочу себе. Я говорю, ну, ладно, на. Через день
Алло, братан, что, она не заводится? Все меня разъебало. Ну, так вот. Но самое главное, что всего, после всех этих пройденных моментов машина тебя продолжает радовать и продолжает радовать и не бесит. И радовать. Понимаешь? И радовать. Я про что, знаешь, еще что хотел сказать? Я хотел сказать еще такой момент, что я вот сейчас ехал и думал о том, что, допустим, вот две категории граждан, да? Первая – это мы. Вторая – это те, которые, ну, могут реально позволить купить себе машину и обслужить. Ну, хозяева. Ну, да. Первая – это мы, а вторая – это хозяева. И вот у меня, знаешь, какая в голове была штука? Что вот, допустим, я вот беру ее. Ну, например, да? Послезавтра. Например. Я себе пример. Конкретно вот такую тачку я купил, конкретно вот так покатался и заморал ее. Куда я поеду ее мыть, блядь? О. Не вот к этой тетеньке, которая выхлопом нахуй дышит, блядь, и расцарапывает тебе к херам. Это надо, блядь, в целом изменить полностью твою сервисную, обслуживаемую, блядь, инфраструктуру. Да-да-да. Потому что тебе нужна новая мойка, тебе нужен новый мастер по тачке, тебе, блядь, надо вообще все это новое найти, потому что так, как с Короллой или так, как, блядь, вон, с Мерсом не получится. Да вчера мы же его помыли. Угу. Сегодня Руслан говорит, что-то вы хуёво его помыли. Я говорю, в смысле? Ну, там вот маленький разводик есть на крыле и маленькое пятнышко вот еще есть в районе сидушки. Я говорю, ты че, блядь? Вообще охуел, что ли? Ну, там, если что, салфетка влажная есть, вы дотрите там его, нахуй. Я говорю, ну, вообще пиздец. Короче, это не такая простая уж история, как кажется. Понимаешь, о чем я? Да. Пацаны, 30% девчонок, следите за маслом, выбирайте тачки себе по душе. По душе себе, по душе. Никто что говорит. Обязательно увидимся в этом познавательном... шоу в мире.